День памяти граждан России, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечает 15 февраля, в день вывода войск из Афганистана. В историко-краеведческом музее «Пензенский край. Свойств века» прошел урок, посвященный этим памятным датам. Учащиеся школы номер 218, частые гости музея, Дворца творчества детей и молодежи «Пензенский край. Свойств века». Они не только бывали на экскурсиях в музее, но и на встречах с интересными людьми. В этот раз на уроке мужества присутствовали ученики 10 класса. В первой части урока руководитель музея Клавдия Андреевна Халикова рассказала ребятам о наших земляках, участниках военных действий в Афганистане. Но самой главной частью мероприятия стала встреча с участником локальных боевых действий Владимиром Васильевичем Вечеркой. Он рассказал о различных случаях во время войны. Ребята с удовольствием слушали рассказ о минно-розыскной собаке. Им запомнилась история о памятнике, который солдаты соорудили своими руками из башни подорванного БМП, увековечив память погибших однополчан. Большое впечатление на участников встречи произвели фотографии Владимира Вечерки с мест боевых действий.